я пока объявлю вас, объявлю. Минус один-то, минус один. Где программа? Это, вы, вот. Кто вы? Дело в том, что ситуация с этой группой не вполне обычная. Они сегодня играют в очень оригинальном таком составе. Итак, краткая историческая справка. Джазовый ансамбль «Джазвей». Игорь Наумов, вокал. Алексей Вагнер, гитара. Влад Никитин, бас-гитара. Эрик Мухамедьяров, саксофон. Мария Карпова, вокал. А необычность сегодняшней ситуации, она состоит в том, что сегодня эта группа работает, так сказать, минус один. Тот, кто знает музыку, тот понимает, что это такое. Но сегодня этот самый минус один – это отсутствие ударника, которого эта группа и ищет. И если вдруг кто-то, кто захочет впоследствии играть в группе «Джазвей» на ударных инструментах, если ему покажется это очень привлекательным, можно будет обратиться к Игорю Наумову. Вот к этому молодому человеку, который стал за клавишные инструменты. Итак, музыканты готовы. Группа «Джазвей». Thank you.
As you are.
silently pray, and no one sees.
Спасибо, с праздником всех. As I see you right there. Thank you.
Спасибо. Итак, это была группа Jazzway Игоря Наумова. И, уважаемые господа музыканты, те, кто держит в руках барабанные палочки, не забывайте, эта группа ищет себе ударника. Ударника, извините, капиталистического труда, который будет ударно бить по барабанам. Итак, следующая группа, которая сейчас будет выступать на этой сцене, это группа, которую можно сказать, смело отнести к движению Greenpeace. Это группа «Дерево», а готовится следом группа «Фортуна». Будьте начеку. Итак, господа музыканты, я вас предупреждаю вот о чем. Поскольку мне дано право регулировать сегодняшнее мероприятие, просьба без обиды. Если я поднял вверх один палец, это значит, вы играете последнюю вещь. Нужно не забывать, что вот здесь еще 18 групп, и всем хочется выступить. Поэтому, уважаемые господа музыканты, будем любить и уважать друг друга. Всем хочется, чтобы их все услышали, а не только те, кто останется в 4 часа утра здесь. Итак, группа «Дерево», вы готовы? Группа «Дерево» готовится, а вслед за ними готовится группа «Фортуна». Итак, группа «Дерево» настраивается и очень скоро начнет свою программу.